Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка посылки с флешками. Флешки металлические. Такие разные флешки. Сейчас посмотрим, какой объем, какие цвета. Флешки этой фирмы я заказываю уже давно. Не одну сотню привез. Очень отлично работают. Скорость отдельно потом замерим, покажу. Вот такая на 64. На 16. Тоже на 16. Такая вот на 32 объем. Так, мы попробуем достать. Очень удобно не открывается. Вот толстый металл. Хороший. То есть на ключи вот вешаю. Уже где-то года два, наверное, у меня флешка. Ничего и не стало. То есть ни ушко не сломалось. Фирма Смары. Вот вставил флешку в компьютер, определяется как 58,9 гигабайт. Давайте ее попробуем протестировать. Ну, средняя скорость где-то 11 мегабайт. Это где-то в 3-4 раза быстрее, чем флешки от SmartBay, которые в каждом магазине продают. То есть вполне неплохая скорость, да, бывает, конечно, быстрее, но за такие деньги просто отлично. Ссылку на магазин, где я постоянно заказываю эти флешки, оставлю в описании к видео. Заказывайте. Магазин проверенный. Не одну сотню уже флешек заказал у них.